В соцсетях набирает нехорошую популярность ролик о давке в Дагестане во время бесплатной раздачи меда. Инцидент произошел 5 января в Махачкале на проспекте Акушинского во время благотворительной акции. На видео толпа людей окружила автомобиль «Газель», откуда раздавали мед. Люди перекрыли дорогу и с криками и руганью выхватывали друг у друга баночки с медом. Дошло до того, что в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам полиции. Свой комментарий чуть позже в сети Instagram выложил и организатор акции. Мы не думали, даже не подозревали, что настолько будет много людей. Хотели сделать хорошо, получилось не очень хорошо. Конечно, жалеем то, что получился вот такой бардак. Но эффект толпы свое просто сделал, да. Небольшая горстка людей побежала прямо к машине и устроила ажиотаж. Ну, уже эффект толпы пошел за ней, цепочка, все как сорвались. Была сильнейшая давка, женщин зажали. Некоторые мужчины вообще себя вели не по-мужски. Это вообще было ужас. То есть я такого не ожидал.